Всем привет! Погнали! Метро проходить! Уже бункер, в котором нужно поискать какие-то документы, где, возможно, будут указаны места на картах, которые еще не заражены радиацией. А вдруг такие еще остались? Большое спасибо говорить будут, сколько жив будет. А еще тут темно. Всюду пауки. О, стреляй! А это что такое? Это что такое? Это херня. Артём, пауки все боятся. Ты фонарь включил, паук прогонял. Паук свет боится. Кто бы его тут насветил? Все в пауках. А что они окочурились или сдохли? Или у них спячка началась? Тут не запрыгнуть. Да конечно. Фу-фу-фу-фу-фу. Опять тут говно-то бегает. Лифт. А пауки боятся вот эти большие черные эту зажигалочку. Эй, 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 нет. Что за фигня? Все рушится. Эй! Эй! Где сюда? Главное осветить. И засветить их до смерти. Вход запрещен. Капец. Где свет? Дышать нечем. А если они сзади тут вдруг объявятся? Ты сдохни уже. Конечно, он другой уже прибежал. Взял меня, стекло разбил. Что-то на них долго надо светить. Ну ладно. Один подох. Ну и чё, они не убиваются? И не засвечиваются.
Что за херня? Так неинтересно. Паутина, иди сюда. Я что-то нашел. Какая-то электроштуховина. Может, сейчас дышать будет, есть чем. Артём, раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Юль меня чуть не подстрелила, думала враги. Ни хрена не работал. Слышал, Артём? Где вентиляция? Включайте уже вентиляцию. 0,3. А это что за кнопка? У меня так никаких таких не хватит. Ой, ой, думал, это паучище приползло. А это мелкие. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что если снова две закрутится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Даже я не знаю, что тут делать-то. Что тут делать, что тут делать? Бежать надо, пока вентиляция не включилась. Сейчас еще эти приползут. Сейчас фильтр сдохнет. Я попробую открыть нижние уровни. Где-то тише было. Открывай. Вот оно. Открываю. Долби их. Система вентиляции работает в штатном режиме. Ё, они сдохли. Вентиляция, сказали, включилась. В штатном режиме. Вот это логово. Логово паучье. Это вся мелочь поубегала. Карта. Какие-то всюду значки, тут крестики. Нолики обведенные. Ладно, тут дверь. Давай сюда. Не-не-не-не-не. Опять ты!
засранец. Иди погрейся, он там... Свет тебе как раз включили. Приуныл такой. Тихо. Что за херня? Мне кажется, кого-то слышал. Артём, связь рвётся, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Какая у него идея появилась? Каких-то со смежных помещений через вентиляцию. Но тут жуки загрызут. Во. Книжечка. Анализ снимков. Анализ новейших снимков позволяет заключить, что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы, но поскольку они оседают на дне и мало взаимодействуют с экосистемой ниже по течению, экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасной. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если они останутся закрыты, можно сделать уверенно благоприятный прогноз на десятилетия вперед, если же вода прорвется. Она принесет с собой 1000 тонн радиоактивного ила, после чего долина не будет сильно отличаться от других зараженных территорий. 2018 год. Чё не горит паутина? Тут еще комнатка. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Уйди отсюда, уйди. Закройте двери. Блять, не закрывай, отца. Уйди отсюда. Я тебя засвечу. Ну дохни уже, сколько на него можно светить? Наконец-то засветил. Да блин, там еще один прибежал. Не бойся. Давай, давай, еще чуть-чуть. Куда, 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 куда? Стоять, стоять. Я еще тебя не засветил. Как же долго они засвечиваются. Да ёпарсце. Еще один прибежал. Или это тот же самый был? Я его, может, не прижарил. Что-то нашел. Отдай.
книжечка. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Юль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Юле. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? Сейчас, наверное, в нору надо. А лучше свет включить. И желательно побыстрее. Нет, чего-то они залазят. Я уже заблудился в этих туннелях. А, вот, наверное, вентиляция, про которую говорили. Уи! Уи! Чё? Там какая-то крыса с величиной собаку пробежала. Кто тут? Опять эта херня. Они уже тут вдвоем. Жарься. Жарься. Ой, он сейчас как атакует. Уйди. Это ты или новый прибежал? Давай, давай. Давай, 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 давай. Придется его засветить, иначе он тут не отстанет. Ну давай, не убегай. Все, он пал. Ему осталось чуть-чуть. Все, прижарился. Я тут пока крутился туда-сюда. Уже забыл, куда идти. Ноль два, ноль три. Да ладно. Да ладно, еще одни прибежали. Это дерьмо укусило. Надо не подпускать их. Кто жариться будет? Стой, не подходи. Один есть. Второй.
Второй, не убегай. Опа! Нормально. Нападал. Да чё за резкий он? Вообще что ли не хочет убегать? Я за кота тут паучка этого мелкого. Сейчас тут все аптечки просожру. Чё, вентиляция заблудится? Давайте еще пяток их. Этих паучков маленькие побежали. Чё, всё? Не захотели? О, мобильник зазвонил. Чё нашел? Ничего я ещё не нашел. Сдай ключ на вахту. Тут все отдыхают. Архив какой-то. 90-е, 90-е, 99-й. Эти некоторые высунутые. О, метро нашел. Там наверху книжка какая-то. Пусто. Уже давно все проверили. В 2019 смотрит. Карты. Даже распаковывать не стал. Вон там книжка торчит. 33-е метро. Вернуться на базу. Карта у меня. После войны центр связи продолжал собирать данные несколько лет, так что эти карты могут содержать всю нужную информацию. Надо вернуться на базу. И внимательно изучить их. Это наш лучший шанс найти именно тронутую войной местность. Восемьдесят. 90. Чё? Чё он кружку выпил? Ой-ой. Ой-ой. А тут чё нажать есть? Больше ничего нажать нету. Может, на каждом стеллаже что-то взять можно? Нет, не видать. Хорошо, тут свет есть. Хоть этих пауков меньше будет. Тыщ. Как будто кто-то на клавиатуре печатает. Ну, то есть на этой. На печатной машинке. Тыщ. Такой же звук. Последние приказы.
18-й год, январь. От полковника Маркав. Теперь, когда у нас наконец есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удара, были беспочвенны. Особенно досталось в Москве. По новым данным, жить там теперь попросту невозможно. Хуже разве что Новосибирск, где... Мам, смотри, я нарисовала! Кто это пришел? Это я нарисовала! Вот! А это мышка? Даже научный сотрудник Акимова. Тут серьезное совещание. Квадратная мышка. Новый вентиль. Новый вентиль. Чё? Там кто-то топочет. Да конечно, опять выйдут как тут. Как без вас? Да еще и сзади, да молодцы. Уйди. Уйди. Может, он так быстрее сдохнет от максимальной зарядки. Эй, не нападай. У меня аптечек маловато. Я тебе сейчас покажу, где раки засвечиваются. Неужели он все-таки сдох? А это другой туалет? Или этот же? Оба-на, оба-на. Новая партия. Они еще в песок закапываться умеют. Нормально придумали. Светись, светись. Что-то слишком долго сделано засвечивание. Поддайте жару. А там что-то это. Кто лампочку включил? Лифт приехал. Она. Газу. Что такое? Куда воздух делся?
хрена? Кто воздух украл? Врубай свет! Лифт уже не нужен! Кто свет включит? Отсюда выбираться. Во. Свет есть. Можно газу дать. А, блин, это что такое? Быстрей. Кнопочку. Нажимай кнопку, кто-нибудь. Ого. Пусть погреются. Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Да вообще капец. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Смотри, я тебе книжку нашел. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучий. Мунай-Байлер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай-Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Дверь закрыли. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот... барон. Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай-Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай-Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился. Но тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит. Ну, убьешь ты его. А дальше? Давай, Артём. Барон мертвый будет, хорошей тогда дороги. Мне про дальше думать. Тоже верно. А что, он не поедет? Иди, Артём. Удачи пожелать. Беги, пожалуй, Артём. Позже поговорим. Опять в темноте и ехать. Ну ладно. Миссия сделана. Карты найдены. Можно будет дальше продолжать. Ну, на этом пока закончим. А вы оставляйте свои комментарии. Всем пока и до новых видео.